27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. К всероссийской акции «Сад памяти» приобщились воспитанники Самарского детского центра «Ровесник». Ребята высадили на территории центра аллею из 10 саженцев каштана. Дима Погановский, воспитанник центра, рассказывает, что его прадед участвовал в Великой Отечественной войне. Поэтому дерево, которое он только что сам посадил на аллее, стало для него символом памяти. Деревья – это считается как память. Они долго растут, долго живут. То есть и память долго не будет уходить. Детский центр «Ровесник» в этом году впервые стал участником этой акции. Все воспитанники центра с удовольствием принимают участие, они очень готовились, поэтому сегодня мы встречаем гостей, и я так думаю, что это мероприятие не даст нам забыть о тех временах, которые были уже очень давно, но мы все равно о них помним. Гостями акции стали представители УМВД России по городу Самаре, Совета ветеранов, Общественного совета, ведомства. Мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне, чтобы рассказать нашим детям о памяти тех воинов, которые отдали свои жизни за нас с вами. Акция «Сад Победы» регулярно проводится в нашем регионе, рассказывают в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. Ежегодно вот в канун годовщины Великой Победы мы проводим подобные акции с целью формирования патриотического сознания у наших молодых граждан. Это важно для того, чтобы дети знали, что та победа, которая достигалась такой серьезной ценой, она неоценима в современных нынешних наших условиях. И чтобы дети чтили память своих прадедов, дедов. Сегодня каштаны выбраны не случайно, отмечают организаторы. Из орехов и листьев этого дерева дети центра будут мастерить поделки. Галина Топилина, Петр Паламеев, События.